триллион. РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым северокорейским послам в стране о своем намерении посетить КНДР и провести встречу с лидером Ким Чен Ыном, пишет в воскресенье центральная партийная газета КНДР на Дон Синмун. Президент Асад Ред заявил, что основы дружеских отношений между государствами были заложены бывшим главой Хафизом Аль-Асадом, и подчеркнул намерение посетить КНДР в будущем и провести встречу с лидером Ким Чен Ыном, РЕД, говорится в статье. Издание подчеркивает, что сирийский президент также выразил уверенность, что объединение Кореи будет реализовано. Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей, будет расширять и углублять дружественные отношения с КНДР, приводит позицию Асада автор сообщения. В настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. В пятницу после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, президент США объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости. Война в Сирии. Решетка Ким Чен Ын, решетка Башар Асад, решетка КНДР, решетка Сирии.